Общероссийский народный фронт, региональное его отделение, подключился к проблеме жильцов деревянного двухэтажного дома в Ханты-Мансийске. Состояние его оставляет желать лучшего. Аварийность подтвердила независимая экспертиза. Однако на этот счет есть и другое мнение. Ждать ли новоселье, попыталась разобраться наш корреспондент Александра Амелина. Стиральные машины на замках, бойлеры с водой заколочены в ящики, чтобы не украли. Один душ и два туалета на 48 квартир. Вода только холодная. Коридоры заставлены вещами, в комнатах жуткий холод. Такова суровая реальность дома, известного в Ханты-Мансийске как «Вахта-40». Возможно, зимой ходим в тапочках, ковры не спасают, носки теплые не спасают, халаты вот эти мокровые. Дует вот из-под дивана, ложишься спать, вот отсюда ветер. Мало того, что с окна с той стороны, так еще вот с этой стороны такой нетрогон идет. Два раза здесь был пожар. Жильцы говорят, деваться некуда. Для всей семьи одна комната. До этого я проживала в балке, где нету ни воды, ничего совершенно. Здесь бабушка, где лучший туалет есть. Ну да, маленькая, конечно, комната. А потом ребенок появился. До этого не было. Так и проживаем. В этом доме Виктория Портнова живет почти 10 лет. С 2017 года занимается вопросом о признании его непригодным для проживания. Независимая экспертиза признала несущую конструкцию здания аварийной. Но по решению суда его можно отремонтировать. Комиссией принято решение об отсутствии оснований признания указанного дома аварийным. Собственники, не согласившись с принятым решением, обратились в Ханты-Мансийский районный суд. И в январе текущего года судом принято решение об отказе удовлетворения исковых требований. С таким решением люди не согласны. За помощью обратились в центральный штаб ОНФ. Активисты в регионе подключились к проблеме. Признаны ли уже какие-то из комнат непригодными для проживания? Да, со слов жильцов, конечно, мы уже переговорили с разными жильцами. Есть, у кого-то уже признали нежилым помещением. Нарушений здесь, конечно, тьма. Это и пожарные нарушения, оголенная проводка. Проходит канализация по коридорам. Есть на сегодняшний день два заключения. Одно говорит о том, что дом аварийный, другое говорит о том, что дом не признан, скажем так, не является аварийным. И вот на сегодняшний день мы пытаемся найти выход из положения, каким образом можно помочь людям с тем, чтобы и, скажем так, дом был признан аварийным, да, и в дальнейшем люди могли получить новое жилье. За последние 10 лет из подобного жилья в Ханты-Мансийске переселили 5000 человек. Это 194 дома. Кто-то переехал в новые квартиры, заплатив за дополнительные квадратные метры, а кто-то воспользовался денежной компенсацией и дальше квартирный вопрос решал самостоятельно. Бесплатно сейчас расселяют лишь пенсионеров, не имеющих другого жилья помимо ветхого, как, например, в случае с Верой Куликовой. Квартира предоставлена практически такая же по метражу. Нам было предоставлено выбор, или мы могли взять деньгами, вот как у нас соседка под нами взяла. Она взяла денежки и купила себе меньше квартиру. Но мы, у меня много внуков, которых я воспитываю, нам хотелось большую тоже квартиру. Зачастую суммы доплаты за новое жилье для многих неподъемные. А с 2019 года в жилищном кодексе появилась поправка о том, что за квартиры, купленные в аварийном доме под снос, полагаются только деньги. Александра Амелина, Александр Шималин, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.